Привет, друзья! Сегодняшнее видео посвящено теме секвенций. Я думаю, что вы сталкивались уже с этим, но я хочу показать секвенции, которые использую я, которые мне кажутся важными. Пару слов о том, для чего они вообще нужны. Да? Вот когда я с учениками изучаю какой-то новый лад, там пентатонику, блюзовую гамму, диатонику, целотонную, любой лад, да, следующим этапом всегда идет. После того, как вы просто научились играть его в виде гаммы, то есть сверху вниз подряд, следующим этапом всегда идут секвенции. Это как инструмент, который позволяет вам проверить, насколько хорошо вы усвоили лад, во-первых. Во-вторых, увидеть его в новом для себя там обличии в каком-то плане, да, то есть какие-то обороты интересные услышать, для того, чтобы вы могли их брать на вооружение и использовать в импровизации, в музыкальном уже контексте, а не просто как упражнение. Поэтому секвенции нужно играть по всем гаммам, которые вы знаете, которые вы используете. Это очень полезная история. И с точки зрения освоения лада, и с точки зрения каких-то идей музыкальных, чтобы вы могли это использовать в импровизации. Все секвенции можно разделить в целом на три основных типа. Это секвенции, построенные на гаммообразном движении, поступенном, да? Секвенции, построенные на скачках. И секвенции, построенные на арпеджио, то есть трезвучие, септаккорды, например, да. Я покажу несколько вариантов каждой, которые я играю. Буду показывать секвенции все в ля миноре, как вы любите, да, в основном в вот этом боксе. Но играть их, конечно, нужно и можно, и нужно в любых других позициях, независимо от того, где вы играете. Тут просто для того, чтобы было понятно и не растягивать сильно видео. Итак, первая секвенция, мы начнем с гаммообразных секвенций. Она называется 1, 2, 3, 4, да? То есть, например, как ее можно описать? Вы от каждой ступени играете 4 ноты вверх по гамме. Потом берете следующую ступень, от нее 4 ноты вверх по гамме и так далее. Это звучит вот так. Естественно, можно не останавливаться на этом звуке. Я делаю это для того, чтобы вы поняли шаг секвенции, да, вот что одно звено секвенции себя представляет. И назад играем как бы в зеркальном отражении, то есть спускаемся вниз на 4 ноты и возвращаемся. Итак, следующая секвенция. Три ноты вверх и потом возврат на исходную ступень. То есть в ля миноре это будет кэпи. В ля миноре это будет ля, си, до, ля. И потом от си такое же движение. Итого у нас есть. Это звучит достаточно музыкально, в принципе, вы можете в качестве части какого-то пассажа или какой-то фразы уже это как бы смело использовать. Секвенция по 3. Она ничем не отличается от первой секвенции, только у вас шаг не 4 ноты, а 3 ноты. Еще одна секвенция достаточно интересная. Я играю 3 ноты вверх и потом со следующей ступени 3 ноты вниз. То есть в ля миноре это будет ля, си, до, ре, до, си.
Дальше до, ре, ми, фа, ми, ре. Секвенция. Еще из гаммообразных секвенций я играю часто, достаточно ракоход называется такая секвенция, когда вы как бы ползете, пятитесь назад, но при этом поднимаетесь вверх. Она основана на том, что вы берете все время, вот я думаю про ноту ля, но перед ней беру ноту си. Потом думаю про ноту си, но перед ней беру ноту до. То есть вот так. В обратном направлении идет наоборот. То есть я беру ноту, которая выше, потом спускаюсь. Вот такая секвенция, да? Ну и их еще может быть много разных, но я думаю, этого в принципе достаточно. То есть вы, когда с ними работаете, прогоняете их по всем пяти боксам, кейджи, да, типа, и чтобы вам было удобно в любом месте это играть. Второй тип секвенции — это секвенции, построенные на скачках. Здесь мы берем нашу гамму, да, и можем двигаться по ней определенными скачками. То есть это могут быть терции, это могут быть кварты, квинты, сексты, септимы, октавы и так далее. Да, я покажу несколько вариантов. Допустим, терции. То есть мы прыгаем через ноту, через ступень, да? И так далее, да? Обратно будет. Допустим, кварты. И обратно будет. Это уже сложнее немножко думать, да, приходится, но это очень классно расширяет вообще вам, ну, возможности, когда вы играете в каком-то ладу, вы понимаете, что вы можете двигаться в разных направлениях более широко, а не просто играть гаммы такие, да, которые под пальцами лежат. Там септимы, допустим, да. Иногда я играю такие штуки в такой змейкой. То есть один интервал снизу вверх, а следующий интервал сверху вниз. Это звучит еще интереснее. Такое как двухголосие. Вот когда широкий интервал играете, можно представлять, как бы, как будто вы играете одновременно гамму из двух разных фрагментов. Тут я представляю, что я двигаюсь от ноты ля по гамме, а здесь от ноты соль по гамме. Да? И это позволяет не утрачивать концентрацию. Вот этот вариант секвенции с скачками, очень, я его узнал уже, ну, достаточно намного позже, чем эти первый вариант гаммообразные. И это был такой скачок какой-то в мышлении. Я когда с этим поработал, у меня появилось много новых идей в импровизации, и как-то свежее все зазвучало. Поэтому очень вам рекомендую такие секвенции. И третий тип секвенции — это секвенции, построенные на арпеджио, да, на арпеджио аккордов. Допустим, если мы возьмем нашу же тональность ля минор, мы можем двигаться тризвучиями, либо септаккордами. Либо и можем двигаться в разных направлениях. Допустим, самый простой вариант. Трезвучие по гамме. Да? Я от каждой ступени строю трезвучие.
назад. Вот такая история, да? Можно одно трезвучие играть вверх, одно вниз, как я делал с интервалами, да? То есть будет тогда у нас... И так далее, да? Это уже заставляет вас не столько пальцами поработать, сколько мозгами, да? Нужно видеть лад, нужно понимать ступени. Это очень полезная история. Не перегружайте себя слишком сильно этим материалом, да? Вот если вы запаялись и будете 2 часа строить эти интервалы и трезвучие в ладу, я думаю, вам не захочется к этому возвращаться. Просто систематично, ежедневно, там, 20 минут сели за гитару, поработали мозгами, потом начинаете работать пальцами. Чтобы это не вызывало такого прям отторжения. Очень легко этим перегрузиться. И последний тип секвенции, это секвенции, построенные на септаккорды. То есть та же логика, только я двигаюсь не по 3 звука, а по 4 звука. То есть я двигаюсь септаккорд от первой ступени вверх и возвращаюсь в зеркальном отражении. Думаю, вы поняли, что я имею в виду, да? И на закуску еще покажу пару секвенций, которые я люблю, которые я играю в основном диагонально по грифу. Они такие, мне они напоминают немножко барокко и баха, но можно их использовать и в другом контексте, естественно. Первая это секвенция... септима с заполнением. Кэп очень любит ее. Я играю в тонасе ля минор ноту ля, и потом скачок на септиму вверх, и потом по гамме возвращаюсь снова к ля. Потом соль, скачок на септиму фа, и по гамме возвращаюсь. Это звучит так. Это можно проделывать на разных струнах, естественно, да, в этой же тональности, допустим, 5-я и 3-я. И так далее. Заодно повторите диатонику по всему грифу. Очень полезная штука. И вторая секвенция, это когда я вижу трезвучие, да, и от каждой ступени трезвучия играю 3 ноты вверх по гамме и возвращаюсь обратно. Покажу медленно. Вот у нас ля минор. От ми я буду играть ми, фа, соль, ми. Потом следующая нота до. От нее я буду играть до, ре, ми, до. И от ля, ля, си, до, ля. То есть иду вверх и возвращаюсь на эту ноту. Звучит это так. И так далее, да, спускаюсь. Иногда можно пойти еще дальше по терциям. Типа не ми до ля, а ми до ля фа. Да, потом ре, си, соль, ми. То есть... И так далее. Вот что я хотел сказать о секвенциях. Обязательно уделяйте этому время. Это очень классная вещь, которая вас развивает и мышление, и идеи мелодические. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, ставьте лайки, приобретайте курс, записывайтесь на индивидуальные уроки. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, пока.